Что такое маржинальная торговля и зачем она нужна? Маржинальная торговля – это торговые операции на рынке, которые инвестор проводит на заемные средства. Деньги или товары предоставляет брокер. Залогом будут собственные средства инвестора на брокерском счете. Что дает маржинальная торговля? Маржинальная торговля используется, когда инвестор хочет потратить на сделку больше, чем есть у него на счете. Поэтому ее называют торговлей с кредитным плечом. При удачном сценарии это позволяет кратно увеличить доход от операций. Однако и риски при маржинальной торговле возрастают многократно. Что такое маржа? Маржа – это средства или активы инвестора, которые выступают в качестве залога за кредит. Они блокируются на брокерском счете и служат гарантией того, что инвестор расплатится по обязательствам, если сделка, под которую он брал в долг, окажется убыточной. Маржа пересчитывается каждый раз, когда открывается позиция. Что такое кредитное плечо? Это соотношение собственных средств или активов инвестора и стоимости того, что он хочет купить или продать. Размер кредитного плеча показывает, какую сумму брокер готов дать взаймы. Например, с кредитным плечом 1 к 3 инвестор может совершить сделку на сумму, которая втрое превышает его собственные деньги, а с плечом 1 к 10 – в 10 раз. Что такое маржинальная торговля в лонг? Это ставка на повышение цены актива. Инвестор берет в долг у брокера, покупает актив на заемные средства с целью через определенное время продать его дороже. Например, если маржинальная торговля происходит с кредитным плечом 1 к 2, то сумма сделки увеличивается вдвое. В случае, если прогноз на рост цены актива был верным, то прибыль тоже удваивается. Что такое маржинальная торговля в шорт? Это обратная стратегия, когда ставка сделана на снижение цены актива. Инвестор берет в долг, ждет, пока акции упадут в цене, и покупает их дешевле. Заемные активы возвращаются брокеру, а прибыль с разницы инвестор оставляет себе. Так происходит при благоприятном сценарии. Что происходит, если прогноз по изменению цены актива не оправдался? В этом случае убытки инвестора увеличиваются пропорционально размеру кредитного плеча, что уменьшает маржу. Когда маржа достигает критического значения, брокер отправляет уведомление о необходимости пополнить счет. Это margin call. Порог, после которого наступает margin call, может различаться у разных брокеров. Обычно он составляет 20-30% от суммы залога. Что происходит после margin call? Дальше инвестор может внести дополнительные средства на брокерский счет, потенциально это может увеличить сумму убытков, или ничего не делать. При благоприятном движении котировок убытки можно отыграть. При неблагоприятном брокер объявит стоп-аут, то есть принудительно закроет некоторые или все позиции, открытые инвестором. Как избежать маржин-колла? Во-первых, положить на брокерский счет больше денег, чем требуется для сделки. Во-вторых, пополнить счет до того, как начнет действовать брокер. В-третьих, поставить стоп-лосс и выйти с рынка до того, как к этому принудит брокер. Что важно помнить? При маржинальной торговле используются заемные средства, чтобы увеличить сумму сделки. Размер займа определяется с помощью кредитного плеча. Это соотношение собственных и заемных денег или активов инвестора. В качестве залога выступает сумма на счете, которая блокируется до окончания операции – маржа. Маржинальная торговля сопровождается серьезными рисками. При неудачной сделке убытки увеличиваются пропорционально кредитному плечу. Чтобы избежать ситуации, когда финансовые обязательства станут неподъемными для инвестора, существует механизм margin call. Это уведомление от брокера о необходимости пополнить счет. Если инвестор не предпримет никаких действий в ответ на margin call, брокер может принудительно закрыть некоторые или все позиции инвестора.